практически прямо поплавочек. Производство прикорма мы используем комбикорм куриный с примесью макухи, кукурузы и всего чего остального. Семечка, пока не жареная, будет жареная, килограмм комбикорма, килограмм семечки, килограмм манки, полкило сухарей, корица меленая 4 пакетика, ванилин по вкусу. Я использую 4 пакетика. Лучше использовать ваниль кристаллическую или ваниль натуральную. За отсутствие ионы используем ванилин. Все ингредиенты замешиваем в ведре. Выход еще можно использовать печенье. Полкило печенья добавлять. Сейчас в наличии его нет. Да блин, я засираю тебе камеру. Еще один кулечка не хватает, надо 4. Сколько минут жарить семечку? До желто-коричневого цвета. Да нет, это длительный процесс будет очень. Холодная она еще. Пока разогреется плита. Постоянно перемешивать надо? Да, постоянно перемешивать. Постоянно перемешивается и доводим до цвета золота. Желто-коричневый. Семечки есть свойство, она маслянистая, и поэтому чернеет она мгновенно. Поэтому приходится все время мешать, иначе, если кто первый раз делает задержку 20-30 секунд, она мгновенно подгорает. Вот. Рыба не любит вкус сгорелой семечки. Хотя у меня тоже пару зерен есть уже подгоревших, но все равно нужно, чтобы общий цвет пришел в норму. Сейчас коричневая семечка стала. Что мы сейчас делаем? Через мясорубку пропускаем жареную семечку. Зачем? Чтобы высыпать ее в ведро, где уже давным-давно все остальные ингредиенты смешаны. За мясорубку не держусь, она горячая. Вот семечка вся перемолота, теперь просто вымешиваем. Чем хороша этот прикорм? Во-первых, здесь все ингредиенты натуральные. Даже в некотором случае можно развести и закусить ей же. Бывали случаи. Вот. Свойство какое? Что она хранится в сухом виде, на моменте рыбалки ты разводишь ее прямо по месту. Вода добавляется в таком отношении, проба, то есть добавил воду 15 минут на разбухание манки, после этого проверяешь жесткость самого прикорма. Если это стоящая вода, она должна быть мягкая. Вот. Если это течение, я в основном ловлю на течении, вот, то консистенцию подбираю такую, чтобы
она не рассыпалась. То есть при ударе об воду она остается комком. В пружине хватает ее, если используется. Вот такая получается консистенция. Хранится до месяца свободно, не теряя своих свойств. Вот запах. Запах. Ваниль, корица. Обалденно, сам бы ел. Вот. Рыба с удовольствием хомячит. Все, благодарю. Благодарим за хитрый рецепт. Юрочка, ну и сам понюхай. Да, действительно. Прикорм, проверенный годами на реке Днестр, Трунчук, Дунай. Всегда работал безотказно.